Uhu, 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 ребята, ребята, вы где? Уху, уху, ребята, вы где? За кулиска, ну где же ты есть, Маша, Доминик, ну неужели меня так давно не было? Ничего не понимаю, куда же они все запропастились? Ребята! Ребята! Не. Чё? Не, ну да... Ну птак! Ну przecież to птак! А скон тут птак? Уху! Уху, ребята! Уху! Не, ну кто ж вола? Уху! Ну кто то во? Алло! Алло! За кулиска то ты? За кулиска! Co to, kto to jest? No ktoś, ktoś tu... Nie no. Oj, przepraszam. No słuchaj, za kuliska tu pachnie jakimś ptakiem. Co? No ptakiem pachnie. Jakiej jeszcze ptacy? No jakąś leśną, taką, jakimś dzikim ptakiem, nie wiem, no. Na sowę zapach podobny jest. Ой, слушай, я только легла спать, ночь на дворе, какой птицей может пахнуть здесь у нас, в домашнем театре, ну о чем ты говоришь, тебе наверное что-то приснилось, тебе опять твои польские леса снятся, так все с тобой понятно, все, давай-ка ложись спать уже и прекращай выть на свою луну, все, я пошла. Выйти до księżyca? Не, ну... Nie, no przecież tu jest... Uhu. Nie! No przecież nie słyszę! Uhu, ребята! Kto ty jesteś? Ja? No, Filin. Ktoż jeszcze? A ty? Kto? Ja jestem wilk. A, wolk. No, wierzę, da, wolk. Pochóż. A skąd ty się tu wziąłeś? No, jak to, откуда? Ja z gastroli przyjechał. Niesostojawszychся. Ja z teatrem должен był путешествовать po Europie. Даже путешествовал раньше i очень активно. У меня даже спектакль есть. Называется «Филин». И солнышко. А сейчас вот... Уху! Уху! Не Филин, а не солнышко. Точнее, я-то есть, я Филин, есть. А солнышко... Нет. А то что есть? Ну так ты что, не видишь, что ли? Это и есть мое солнышко. Это моя кукла. Лялька? Ну да. То есть лялька? Ну да. Это настоящая театральная кукла. Называется
теневая кукла. Еще ее называют световая, цветная кукла. А да. Ты никогда не знала таких, что ли? Не, я из там новый допиро в той дедине, видишь? А, вон оно в чем дело. Ну, понятно. А ты, слушай, ты еще не мертв. Мы можем и направить твое солнце. Исправить мое солнце? Ну так. А, и что? Я вижу, что я мам лапы, але мам дуже досвідчення и могу тебе так, помочь. Подожди. И что, если сейчас мы исправим мое солнышко, которое сломалось по пути с гастроли, закончится карантин, и я снова поеду путешествовать? Ну ясно. Ты думаешь? Ну очевидно же так, то все еще кидыш скончит. Ну давай, а как мы его исправим? Давай, я тебе все покажу и выясню.